конечно, замечательный этот лозунг. Он очень подходит нашей церемонии, которая связана с киноиндустрией, с кинофильмами. Но, честно говоря, он мне не сильно нравится, потому что слово «кадры» обезличивает людей. А мы должны, на самом деле, в нашем общем большом успехе видеть успехи каждых конкретных людей. И каждому конкретному человеку должны сказать спасибо. Не должны, а даже обязаны сказать спасибо. Победителем в номинации «Лучший рабочий трудного производства» признан бригадир-настройщик Илья Евгеньевич Батков. Жалко, что не всем трем это приз должен быть. Победителем номинации «Лучший рабочий машиностроительного производства» признан слесарь Ковичинского роторного завода Андрей Викторович Добрынин. Мы будем дальше трудиться, работать, повышая качество и количество. Победителем в номинации «Лучший рабочий металлургического производства» признан Иван Александрович Лабазов. Они создают имя объединенной металлургической компании. Дмитрий Викторович Кудашов. И тогда появилась мечта. Ну вот, мечта осуществилась. Победителем номинации «Лучший по профессии» признан руководитель направления по работе с недвижимостью в объединенной металлургической компании Денис Викторович Рыбак. И вот моя первая звезда. Победителем в номинации «Лучший руководитель» пока не похож на «Титаник» вообще-то. Победителем номинации «Лучший молодой специалист» призван главный специалист по поисковым работам и новым технологиям Выксунского металлургического завода Александр Вадимович Мунтин. Любимая, спасибо за то, что ты терпишь всякие мои выходки, связанные как раз с работой. Победителем номинации «Лучший коммерсант» признан заместитель директора по закупкам компании МК «Сталь» Александр Александрович Сидорин. Ключевая задача, которую мы как бы старались решить, это максимально вовлекать в наши закупочные процедуры все подразделения, которые есть. Победителем в номинации «Лучшая бригада основного производства» признана бригада наждачников завода «Трубодеталь». Бригадир Щербаков Александр Сергеевич. За мужество и героизм, проявленные при спасении людей на пожаре, победителем в номинации «За особые заслуги» признан наладчик кузнечно-прессового оборудования Чусовского металлургического завода Олег Федорович Мешков. Большое спасибо всем за такое торжественное вручение. Как бы даже слов нету. Лауреатом второй премии фонда Ивана и Андрея Баташовых признан директор по продажам компании МК «Сталь» Олег Евгеньевич Снеговской. Эта премия – это не просто награда, это инъекция
ниже уровня которого уже нельзя. Я хочу поблагодарить весь коллектив нашей объединенной металлургической компании и каждого человека в отдельности за прекрасные результаты работы в 2015 году.